Да, хороший мальчик. Что он делает? Папа, он рядом. Гражданин Америки и его сын были зверски убиты вчера ночью. Характер преступления говорит, что это не более чем нападение животного. Без 15:03 мы задержали подозреваемого. Подозреваемый в преступлении один, Талан Гвинек. Руки. У него были огромные руки. Он разорвал моего мальчика на куски. Он мой клиент, я его защищаю. У него очень редкое заболевание, гипертрихоз. Основные симптомы – чрезмерная волосатость, боли в суставах, слабость. Он едва может двигаться. Я докажу, что вы не могли совершить эти преступления. Спасибо. Это надо прекратить. Сейчас же! Пожалуйста! Говорят, что он не был человеком. Это же настоящий зверь. Вы понятия не имеете, о чем говорите. Выведите его оттуда. Я его не отпущу. Одно движение, и он труп. Я не хочу, чтобы погиб кто-то еще. Из-за вас погибли люди! Человек на такое не способен. Вы спрашиваете, как человек может совершить подобное? Мой ответ прост. Это оборотень.